ребят, Дни защиты детей. Мы подготовили спортивный праздник. Они уже давно просили у нас этот праздник. Педагоги еще накануне Нового года просили провести с ребятами какие-то спортивные эстафеты. И вот мы подготовили и сегодня пришли к ним. Понятно. Ну а что ждет вообще детей, ребят? Какие игры? Ну это эстафеты, всевозможные командные загадки. Также они увидят опыты химические, достаточно физически интересные. Чтобы они не думали, что мир химии – это неинтересно. Это очень интересно, загадочно. И к чему-то нужно, к науке нужно подходить с детства. Поэтому мы очень рады, когда нас приглашают на такие мероприятия. Мы организовываем их с удовольствием и приходим. Лето началось. Лето. Каким праздником начинается? Лето. Конечно, у нас был праздник День защиты детей. Мы его никак не праздновали. Вот сейчас мы его и отпразднуем. Сегодня никто, мы с вами побегаем в обрыв. Будет много интересного. Для начала давайте отгадаем загадку. Кто в берлоге видит сон, лохматый, косолапый слон? Иди, садись. Медведь! Правильно, медведь! Ловко прыгает корова. Обезьяна. Молодцы. Молния. Молния. Все согласны с названием вашей команды «Молния»? Нет. Быстрые. Да. Команда у нас «Молния». Просто одна «Молния», реально другая «Кровь». Да. Вот у нас соревноваться две команды. Да. Вообще, как они глаза. Стенки да. На стенки. Теперь пойдемте на огневой рубеж, вот сообразно. Больше кому-то придется пробежать два раза. Давай. Сейчас мы с вами будем рисовать. Нет, у меня волосы. А что ты как-то хочешь брать? Да. А у нас все. О, качество. Один-один. Бежим, бежим. Держим баланчик на ноге. Как у нас сегодня? Все просто, да? Начнет у нас расти. Чем больше будет происходить реакция горения, тем больше у нас будет червячок. Червяк. Делается он достаточно просто. Берем таблетку и зажигалку. Чем дальше будет происходить, смотреть. Такие змейки. Обязательно учите химию и будут давать. Когда же это? Давайте таблетки и сельку. Да, правильно. Мы будем это. Вообще не.
Так, на варенье делают. Мы что, прочищаем воду? Пролилось. Вся остальная вода держится внутри. Потому что вы единственные зачистили. Все будет. А так нет. Ребят, это очень... Там двойной слой марли. Нет, можно взять один слой, будет то же самое. Это натяжение воды равномерное. Что вам было интересно? Очень. Нравится? А что больше всего понравилось тебе? Как мы сделали лизу. Девочки, понравилось вам? Да. Да? Вы хотите, чтобы еще пришли к вам? Да. Да? А что вам больше всего понравилось? Нам понравилось это. Мне понравилось, когда мы с ними работали. Из тех конкурсов, которые проводили ребята, как часто вообще приезжают эти ребята, и что понравилось? Ну, все понравилось. А, их вижу первый раз, ну, потому что я не часто хожу. Ольга Ивановна, ты заходи к себе. Ну, а что конкретно, может быть, какой-то конкурс понравился? Ну, все понравилось. Мне понравилось больше всего это передача «Мяча через голову». Вижу впервые, потому что не часто хожу. Редко очень хожу. Как мне показалось, ребятам очень понравилось, они были заинтересованы, соревновались между собой. Это всегда хорошо, а тем более мы собрались по поводу такого праздника, День защиты детей, это их день. Вот. И видеть улыбки на лицах детей, это всегда приятно. Вот. Для этого мы здесь и собрались, это мы и увидели. Ну, собственно говоря, не только им, но подняли настроение, но и себе тоже.